Что случилось? Алтан получил послание. Это его ответ. Он будет ждать в лагере на границе Коси. Он заплатит. Мы призовем его к ответу. Вы призываете лишь смерть. Отомстить ему наш долг. Мы заставим Алтана за все поплатиться. Это долг самурая. Юна лишь воровка. А у воров нет чести. Мы все исправим. Клянусь. Все твои клятвы под стать себе. Пустые. Идем к лошадям. Ты ведь понимаешь, что это ловушка? Да, но это все ради Ити. Сейчас надо думать об Алтане. Что там произошло с твоей подругой, не должно нам мешать. Ты не понимаешь. Ити... Эй! Сюда! Она заботилась обо мне и брате. Укрывала от самого страшного. Только благодаря ей мы сбежали. Помогла, хорошо. Но это был ее выбор. Это не все. Мы поклялись, что сбежим втроем. И вот нам почти удалось. И вдруг Эти закричала. А я удрала. Я ее там бросила, Дим. Я обязана ей жизнью. Почему ты ей не помогла? Мы с Такой были детьми. Я знала, что нас бы убили. Иногда дети способны одолеть чудовищ. Я каждый день корю себя, что не вернулась. Прошлого не изменить. Нельзя лелеять вину. Она помешает в борьбе с Алтаном. В этом мне ничто не помешает. Сюда! Thank you.
На месте. Будь осторожна. Мы не знаем, сколько у Алтана людей. И где мерзавец прячется. Thank you.
Отцо! Чи гарв уу? Очиж бари. Алдчихлаа. Чи. Алтан! Я перережу всех твоих людей. Это он! Алтан. С очередной сворой. Алтан, ты ответишь за злодеяние? Не тебе меня судить. Ты убивал соплеменников. Братья Мамуси и Черный Волк – изменники. Таково оправдание? Повод убивать под личиной призрака? Даже наемник Рюдзо от тебя отвернулся. Хватит! Покончим с этим. Выживаешь, как умеешь.
ради великого порядка. Вы убили Алтана. Но люди знают, что вы сделали с остальными. И боятся, что призрак придет за ними. Добрым людям бояться нечего. А по-твоему, кто мы? Чудовище? Думаю, вы сделали то, что должны. Прощай, Юна. Дин, не слушай ее. Не хочу, чтобы меня боялся мой народ. А ты думал, все сразу поймут, что ты делаешь? И зачем? Нет. Но не перешел ли я черту? Если и так, то на верную сторону. Славный конь Нобу. Ugh.